И всем привет, с меня Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я играю в Far Cry 5. Это редактор Far Cry 5. Сейчас немного камеру проправлю, чтобы было нормально. Вот так вот. По-моему, нормально. Я не знаю. Вообще, ну, должен быть нормально. По идее, я не знаю. Пофиг. Ладно. Сегодня играем в Аванпост, опять же. И у меня есть автомат и есть пистолет. Сегодня мы будем защищать территорию нашу от врагов. Ту территорию, которую мы защищали в прошлом видеоролике. Так, сразу берем дробовик, он нам пригодится. Так, берем патроны, берем гранаты. И почему-то каким-то образом... Не понял. Не знаю почему. Так. Ну да ладно. Окей. Ладно. Почему-то странно. Но здесь почему-то бесконечные какие-то патроны. Ну да ладно, я не знаю. Надеюсь, все будет нормально. Я не знаю, почему бесконечные патроны. Первый раз такую миссию встречаю. Ладно, погнали. Давайте. Тихо, валим их. Тихо. Все. Теперь перепрыгиваем туда. Валим туда. И отключаем сигнализацию полностью. Переходим дальше. Не, ну думаю, все будет нормально. Я думаю. Хоть с бесконечными патронами. Ну да ладно. Почему-то они бесконечные появились. Ладно. Не важно. Так. Попадать в меня собирается вообще, нет? Так, тихо. Тихо. И... Так. Тихо. Патронов мало. Перебираемся. Так. Так, тихо. Так, тихо. Отстреливаемся. Так. 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 И взрываем тачку. Черт. Дальше. Тихо. Тихо. Так. Теперь ты обречен. Так. Молись, дружок. Так. Так. Так, разрядка. Так. Так, окей. Все? Не знаю. Так, задача выполнена. Аванпост освобожден. Тревога... Не было тревоги, в общем. Я не знаю как, но если была бы тревога, я не знаю, кто бы приехал. Но, как видите, в меня никто даже не попал. Это как-то странно. Но все же мы прошли этот аванпост.
общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И если вам нравится такой режим видеороликов, то что я снимаю именно про Far Cry и только про Far Cry пока что я снимаю, то пишите в комментарии, что дальше пройти, потому что следующая миссия уже будет сегодня или завтра, я не знаю. В общем, всем удачи и всем пока!